Привет из Америки! Здравствуйте, дорогие гитаристы! В этом видеоуроке я вам объясню, как играть песню группы Ленинград под названием «Дикий мужчина» в стиле серф-рок. То есть вместо дудок мы будем все мелодии играть на гитаре. С точки зрения звука я использую вот этот вот датчик. И у меня есть дилей, то есть он практически молниеносный дилей, который долю секунды присутствует, и реверб. Значит, давайте вначале пройдемся по аккордам. Аккорды такие: BM, EM, F решетка, BM9. BM9 играется точно так же, как BM, только берем мизинец и ставим его на струну ми вот таким образом. Припев этой песни такой: EM, F решетка, EM, F решетка, EM, F решетка, BM9. Ну вот и вся песня. С точки зрения дудок, песня начинается с одной трубы, потом подключается типа тромбон, а потом туба, и все вместе дудки начинают играть. Мы можем эту мелодию играть на седьмом ладу одним пальцем, таким образом. На трех высоких струнах, на ми струне, на си струне и на соль струне, видите? Потом берем первый, второй, третий палец на тех же самых струнах. Дальше мы берем на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом ладу. И на десятом мы ставим вот так. Вначале третий палец, потом средний палец. Вот так. Потом двигаем вот так первый палец. И все это вступление. Дальше немножко усложняется, и я придумал такую вещь. В общем, я играю аккорды в основном и выделяю по две ноты медиатором. То есть я не извращаюсь, ноты не играю, а просто ставлю аккорд и играю по две ноты. Значит, таким образом. Давайте медленно я вам покажу, что я играю. То есть я, опять же, играю одним аккордом и медиатором выделяю ноты. Смотрите, что я делаю. На си струне указательный палец, потом третий палец на соль струне на четвертом ладу, потом средний палец на ре струне на том же самом четвертом ладу, и на пятом ладу мизинцем играю вот так. Получается аккорд. Если выделить ноты медиатором, получается такая фигня. Окей. Дальше получается такая вещь. На си струне первым пальцем, на третьем ладу, потом на соль струне средним пальцем на четвертом ладу, потом на ре струне третьим пальцем на пятом ладу. И вытягивается мизинец на ля струне на седьмом ладу. Чтобы мизинец не уставал, его не нужно все время держать таким образом. Только когда вы уже готовы сыграть нижнюю ноту. Видите, что я делаю? Дальше более простой аккорд. На си струне на втором ладу первым пальцем. На втором ладу, дальше
на соль струне средним пальцем на третьем ладу и на ре струне на четвертом ладу третьим пальцем. Потом двойные ноты мы делаем таким образом. То есть до диез ми, потом ре и фа диез на двух высоких струнах, потом опять и опять вот этот вот аккорд и BM девятка. Вот и вся песня. Спасибо за внимание и удачи!